как же называется система? Сейчас. Есть шикарный российский магазин, открыли на Лубянке, да, Детский мир, он не Детский мир называется, но я его по-старому называю Детский мир. Там на первом этаже есть умные книги, умные вещи, различные карточки для как раз-таки от нуля для маленьких деток, где можно развивать, скажем так, интеллект. И вот у нас все серии этих книг, различные карточки и всякие там и книжки, и такие мягкие книжки в жестком формате, аудиокниги, вот всю серию скупила, и мы постепенно от нуля там, к 7 месяцам уже изучаем различные курсы, то есть мы знаем уже фрукты, овощи, ну как знаем, то есть мы их на них смотрим, запоминаем, потому что у детей фотографическая память, им достаточно 3 секунд, чтобы запомнить, он посмотрел, и все, у него откладывается, то есть я очень рекомендую этот магазин, умные книжки вот эти все обязательно, потому что немножко легче попозже будет уже, когда он будет взрослеть, ему будет все легче даваться.